Честно было. Да, и я опять с моей двоюродной сестрой. Скажи привет. Привет. Вот, и сегодня будет видосик «Наша жизненная ситуация». Или, да, или какие-нибудь такие смешные ситуации в школе, да. Неловкие. Ну да, неловкие. Ты первая. Тун-тун-тун! Да, ты первая. Я уйду так в стороночку. Продолжу. Ну так. Давай. Хотела, какие будешь рассказывать? Ну. Такие неловкие. Ок, давай. Например, когда тебя вызывают к доске, ты такой не успел повторить, такой идешь такой к доске неуверенный, рассказываешь, учитель, и такая забыла слова, такая, типа так волнуешься, да? Говоришь учителю, такая, можно повторить? И тебе как бы стыдно перед всем классом, ну, как бы что-то не выучил, нет, выучил, только растерялся. Учителю говоришь, можно повторить. Учитель такой, ну иди повтори. Там я от тебя такого не ожидал, не ожидала. Ты такой идешь, и тебе как бы ты в голове думаешь, блин, так стыдно перед всем классом. Смотрят там подруги, мальчики. Вот. Дальше. Дальше! Видели, вы что делаете? Ну, видишь, чу. Итак. А вы там думаете, что рассказать? Да. Следующий. Я там очень-очень смешно. Ой, закажу. Следующий момент. Такой. И сказали, достаньте двойные листочки. Вот именно, тут тебе учителя такие говорят, не говорят, вернее, подготовиться к контрольной, там, самостоятельной. Ну, такие, сидите спокойно, никого не трогайте. Достаньте двойные листочки. И такие учителя говорят посередине урока, дети, достали листочки, пишем самостоятельно. Ты такой волнуешься, быстро-быстро все делаешь, пофигу там на ошибки, все такое делаешь, такой быстро самостоятельно, на, сдаю. Ран, ту-ту-ту-ту. Ага, и знаете что? Сегодня нам учительница по математике такую смешную историю. Мы писали самостоятельно. И ты вот... мне рассказываешь в камере! Я знаю, я тоже рассказываю. Да. И она говорит, у нее был пакет, где были наши самостоятельные, тетради, ручки и, в общем, все такое. Все такие математические вещи, школьные. И рядом сидела тетка такая с пакетами. И она, эта тетя, видимо, не заметила, как забрала или специально. Или специально забрала пакет нашей учительницы по математике, где были контрольные, самостоятельные. Она их проверила, наша учительница. А эта тетя. Наверное, специально или случайно перепутала пакет и забрала этот пакет самостоятельными. И все, и уехал он. И нам сегодня пришло. Это вообще какая-то незнакомая женщина, да, просто? Ну да, да. Она, у нее было много пакетов. И в общем, вот так вот. А какой еще момент? Так, давайте. Ну, больше нету, все, давай. Так, я терпеть не могу, кто тоже терпеть не может. Школьные туалеты. Фу! Я их терпеть не могу, реально, ребята. Так когда заходишь, там воняет. Я не знаю вообще, я это вообще не хожу. Ходишь в школьные туалеты? Терпеть их не могу. Я уже не хожу. У них сейчас такие колготочки красивые. У кого? У тебя. Вот, что еще? Ну, короче, как-то так. И все, что ли? Так. Но еще бывает очень-очень грустно, когда мы с классом собираемся на какую-то там поездку, например, там, в Дербент, там, в Грозный. Вот недавно мы хотели с классом собраться дружно и поехать в Грозный, в город Грозный, там, Чечню, короче, вот.
И как-то вдруг наша учительница ушла, это было печально, это было ужасно. А мы ехали в Грозный, там было бомба. А тебя там не было? Не было, но мои одноклассницы прислали видосики, там была бомба вообще. Да, ребят, Грозный очень-очень красиво, всем советую. Да. Но там я тоже не была, это не было. Я тоже. Ну так, ребят, кому понравилось, смотрите! И всем пока!